Хорошо, опустить. Все по правилам. Снаряд хаб. Тоже от компании Силоруков. Кирилл первый раз пробует. Ну, наверное, многие подумают, что это реклама, но это всего лишь, как сказать, мы делимся своими впечатлениями, можно сказать. О новом направлении. Да. Ну, пару слов можете сказать о хабе. Да это тоже, это просто сила, проверить силу пальцев реально можно, потому что вроде кажется, что там довольно там 15 килограмм, там, ну, да, все говорят, 17,5 да, даже. 17,5 всегда, ага. Да, я потяну, там что, ну, нет, это все обманчиво, прям реально, не важно там сколько вы весите, не важно сколько вы поднимаете. Какой объем бицепса, да? Да, объем бицепса, там, не важно там какие веса встановят, тяги здесь, это реально проверка силы, поэтому стоит всем попробовать. Тем более цены у нас в Караганде по... От изготовителя, то есть те же цены дилерские идут. То есть в Москве вы можете по такой же цене, как и у нас, приобретать. Это очень выгодно. Ну и снаряд вам на очень надолго, лет на 15 хватит, как бы. Пока краску совсем пальцами не сотрете. Кстати, краска здесь тоже, да, совсем чуть. Хорошая.